Какие новости у нас в табуне? А новости в табуне такие, никакие, все хорошо. Весна пришла. Сегодня у нас 1 марта, первый день весны. Но загружу я видео тогда. В смысле, даже это не знает. Короче, уже, наверное, почти в апреле загружу. Вот чуть-чуть сетку подтянула. Опять все ломает, ломает. Не лошади, прям слоны какие-то. Все что-то ломают. И вот такие вот витамины, видите? Вот это, наверное, соль просто. Даже бумажку не снял. Ну, муж дает. Вместе с бумажкой теперь туда рука не влезет. Витаминки. Можно даже состав, наверное, прочитать. Да? Снимал. Нутрищ. Он. Что за нутрищ? Он. А, ну, натрий, наверное, да? Сюда. Ну, какая-то соль, короче, ладно. Соль и соль с витаминами. Так, ну что, кто-нибудь тут забеременел или нет? Жениха скоро заберут, а вы еще ни в зуб ногой, ни куда-то в пяткой. А то опять со слом жениться будете. А здесь сняли бумажку или ее уже слезали. Лошадки. Ну что этот? Томми, хочу сказать, что внедрился неплохо в табун. Ой, мои такие прям ласковые девочки мои. Вон. Ну, кто еще на него поглядывает косо, да? Косо? О, как косо. А те он что-то мутят. Что-то она с ним разговаривает. Ой, ты моя мордочка. Прям мордочку сует свою. Валюшка такая дикая была. До сих пор не залезу в архив, не найду, как я ее оповоживала. Ведь для Ютуба делала, но так и не сделала видос. Может быть, на днях найду. Уже, блин, можно объезжать. Уже выросла. Вообще жалко, что такая нехватка времени и нехватка людей. Под седло так подготовить-то я на раз-два. Что там, от силы 2-3 дня нужно. Ну, неделю спустя рукава. Вот кто сядет? Кто сядет верхом первый раз и умеющий? Короче, друзья, если кто есть из моих зрителей... О, смотрите. Ух ты, ёлки-моталки. Случный период начинается. 1 марта. Ага, вот. Сандра уже показывает, что... Все, скоро, да. Да, девочки, ну давайте. Желаю вам успеть мне этот пользу принести на будущий год, а то нам нужно в год. Значит, за 5 лет одна кобыла должна 3 приносить жеребенка. 3 минимум, 5 в идеале. Иначе меня просто выкинут из программы поддержки. Вот, я же говорю, у нас пока мы то все собираемся, планы 150 раз меняются. Короче, то, что к нам попал жеребец, это неплохо. Я уже говорила, я собиралась искать жеребца. Так или иначе. На прокат, конечно, на прокат. Это сложно очень жеребца. Тут он даже со слом такие сложности. Собственно, жеребца держать это морока. Большая морока, друзья. Сюда уже со своим мерином я даже нос не сую, а со слом тоже не иду. Это надо 10 ферм иметь, чтобы так держать животных, как я. Ну, у нас, благо, такая возможность пока что есть. Поэтому мы так и делаем. А что я до этого говорила, я прям вообще забыла. Что ты такое умничала. Томми с панталыку сбил, я забыла. Может, что-то про витамины? Ну, ладно, всем
хорошей весны, теплых дней, все, чтобы у вас было хорошо. Вот. А мы здесь, значит, сегодня будем всякие работы проводить. Что это у тебя там, болячка? Укусили опять? Так, прикольно лежит, смотрите. Прелесть. Ну все, ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Чего хотели бы, чтобы я для вас засняла, на какую тему видос. Я вот вспомнила, да. Если есть желающие, пишите, приезжайте. Экскурсия по Греции и обкатывание лошадей. У меня, смотрите, сколько на обкатывание есть. Значит, вот Альфа первая стоит. Вот эту дорабатывать надо, Аманду. Уже подросла Валюша. Так, кукла тоже не пойми чего. Вроде бы она у нас чему-то обученная, но непонятно чему. Дальше Дельта, вон та, которая лизала конфету. И рыбки вот эти вот, Ванесса и Ивита. Ванесса и Ивита тоже уже готовы, выросли. И было бы неплохо их всех обкатать. Вот какая прикольная идея пришла мне в голову. Ну что же, я смотрю, случный период в разгаре. Альфа там, оказывается, пристает к коню. Ну ладно, хорошо. В следующем году посмотрим, к чему это приведет.